В Санкт-Петербурге арестовали первого заместителя гендиректора Ленаэропроекта Александра Поткина. Он подозревается в хищении более 8 миллионов рублей при реконструкции уфимского аэропорта. Об этом сообщает Интерфакс. На такой же срок заключен под стражу и второй фигурант дела. Это гендиректор Транспроект СПБ Алексей Миронов. По версии следствия, руководители заключили фиктивный договор субподряда между своими организациями на выполнение работ по обследованию реконструируемых зданий и сооружений в аэропорту Уфы. Таким образом, было похищено почти 8,5 миллионов рублей, принадлежащих Ленаэропроекту. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани Уфы, договор с проектной организацией датируется 2013 годом и не связан с нынешней реконструкцией аэровокзала и международного терминала. Институт выполнял разработку документации и проводил инженерные изыскания по модернизации объектов инженерной инфраструктуры аэропорта. Выполненные работы были аэропортом Уфа приняты без замечаний, оплачены в полном объеме. Взаимные претензии по данному договору между нами и Ленаэропроектом отсутствуют, а заключенные Ленаэропроектом договоры с субподрядчиками нас не касаются, не нанесли нам никакого ущерба. Обновленный терминал внутренних авиалиний Международного аэропорта Уфа заработает в полную силу с марта 2020 года. Площадь здания аэровокзала увеличится на 35%, а мощность технологического оборудования на 40%. Общая стоимость реконструкции составляет почти 2,5 миллиарда рублей.